А раньше из-за перхоти не мог носить черный кожак, здороваться с братками. Потом один из моих братков посоветовал мне шампунь «Жумай, сынба». После первого применения я сразу же увидела результат. И теперь я могу спокойно здороваться с братками и радоваться жизни. Шампунь «Жумай, сынба». Скажи перхоти «Кизимей, киримбинбиби, бол эб, тусинбиба». Здорово! Здорово! Кто не поздоровался, тот лох вонючий, пердущий, фу! Поставьте плюс в чат, если вы считаете, что Стас дебил. Вы понимаете, что чат Вадима это увидит? Все, пизда вам. Пизда вам, не мне, вам. Ты дебил! И ты дебил! Здорово, ты когда в Москву? Ну смотри, сегодня целый день проходит, ну и 16. В 10 утра нужно проснуться, чтобы там быть, в 12. Ну короче, рано прям нужно просыпаться, чтобы все это успеть. Ой, как вы меня задолбали с этим. Я понимаю, что вы оберегаете стримеров, но... Да ничего не будет, ничего не будет. Больше боитесь, серьезно. Я думала, как бы сделать правильно, чтобы я проснулась завтра утром. Мне нужно проснуться, ну желательно, наверное, утром, чтобы я собрала вещи. Ну я типа не люблю заранее собирать вещи. Нужно их собрать примерно... Ну, короче, проснуться за 2 часа, за 2 часа до отъезда. Я думаю... Можно проснуться в часов 7 утра. Что, с ботом ВК не принимает? Да, он на протяжении месяца уже никого не принимает. Просто Максат, мой этот работник, значит, работяга, значит, он не хочет делать нормально бота, он его не ремонтирует, вообще ничего не делает. Вот этого вообще не ожидала. Привет, спасибо огромное за 5000. Спасибо. Спасибо огромное за чего? Что я сделала не так? Мужики, что за у нее мышка? У меня G Pro. Хочешь завести собаку, если да, то какую? Короче, я уже очень хочу в Москву. Смотри, собаку я хочу завести бультерьера. Да, бультерьера. Охуенная собака. Очень у него темперамент пиздатый. О, на акулу, которая похожа, такая белая. Ты мой космостарс. Не знаю. Люблю чисто эту песню за вот припев и все. Потом скип. Ой, чуть не упала. Что ты планируешь посетить в Москве? Ну, я, наверное, не могу разглашать наши планы, типа, потому что нас могут застримснайпить. Могут застримснайпить, я боюсь, типа, в любой... Я даже могу сказать, что вот куда-то мы пойдем, и я боюсь, что на нас там, типа, один человек будет стримснайпить. Как вы думаете, вот судя по вот этой тарелке, мне клубника понравилась? Блять, вот эта тарелка, я за эту тарелку 500 рублей дала. Я просто заказывала это все с экомаркета, и одна сука, шлюха, видеоблогерша, мне посоветовала, говорит: ой, такие вкусные клубники у этого магазина, что вы можете... А еще две пачки заказала. А ну, что не так? Ну, короче, это вообще говно, а не клубника. Я прям расстроилась. Я, кстати, арбуз ничего не пробовала. Черешня балдежная. Горох такой себе. Киви голд я не пробовала. Сырники такое. Короче, я все заказала. То, что этот видеоблогерша Верю. Инста девочка вот это посоветовала. Вообще ничего не понравилось. Поздравь меня, пожалуйста. Мне тёлка минет сделала. Не, ну, тут. Поздравляем мальчика, может быть, это единственная радость его жизни.
Я не знаю, может быть, он только Патау закончил, блин, у него ни друзей, никого, а тут его раз, бадыщ, и все, и девочка у него сразу же на Е там, извиняюсь, на телентике. Красавец! Мальчик стал мужчиной, поздравляем тебя с днем рождения. Надеюсь, девочка не сестра. Насчет Тати, она там, наверное, задавала вопрос, типа, почему я ее забанила у себя в чате. Но я забанила у себя в чате после видоса с Ромой. На самом деле, я сейчас, ну, нейтрально отношусь, типа, ко всему этому. Типа, ну, нейтралитет. Но я, типа, забанила ее везде, удалила из друзей, потому что, ну, я не хотела окружать себя такими людьми, как Таня. А Таня тогда, она была, ну, типа, хорошей знакомой, другом, что ли. Вот как-то так, вот. Бля, давайте что-нибудь повеселее, а то вы сейчас будете рыдать просто бесконечность. Я написал, это много стало. Не буду, я своих слов не оскорбляю. Когда девушка обижает, ты должна помнить мое отношение к этому. Но я понимаю, рослый такой. Но не все сломания пусть больные крики не делают за оскорбление. Да дайте потанцевать! У меня этот трек сразу ассоциируется с этим, с моим видосом на день рождения. У меня же этот трек был. С клёвыми моментами. Мне даже плакать хочется. Потому что это реально очень клёвый видос. Ну, типа, сама себя не похвалишь, никто не похвалит, как бы так сказать, да? Да, я. Вот, по поводу планов Москва, я очень хочу прям со всеми увидеться. Прям со всеми. Я хочу, ой, я прям вообще, я как увижу их, я их не отпущу, я серьезно. Мне так не хватает вот именно такого внимания. О, я прям вообще соскучилась. У меня слов нет, потому что у меня огромное желание выйти из дома и увидеться со всеми. Я, наверное, в ступоре буду, когда я увижу это все, потому что я очень впечатлительна. Я сначала, ну, спустя вот эти 3 месяца, что я никого из таких родных знакомых не видела, я, типа, скорее всего, в ступор стану, увижу их всех в реале. Ну, представьте, типа, ты видишь сначала стримеров на картинке, а потом такие видишь их в реале, они ходят. О, господи, они ходят! И все. Пись, ебись. Ты добыча, а я рысь, тебе нравится свобода. 2 ОМОНа, хай-хай, мои руки, твое тело, назови дома, ты фристайл. Ты куришь джул, я самый кул, ты порно-мим, фотогагуль, джекпот, я игрок, море, яхта, кипяток, мы на палубе, я кок, у нас кремовый пирог, вок, 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 вы не чувствуете ног, эти дети охуели, детям нужен педагог, прип-скок, прип-скок, долбоеб, который смог, эти дети охуели, детям нужен педагог, печь, буря, ливень, гром, дичь, дура, где твой дом, пиво за вином, пьем, прямо под дождем, надеваю кеды, деда, знаю, как достать соседом, магнитола, звуки шведа, мы хуярим до обеда. Я сегодня не поседа, я ракета, я торпеда. Бля, я уже представляю прям, как мы все увидимся и будем хотя бы одну ночь хотя бы просто подэнсим. Все вот этой компании, мы потусим. Боже, я прям очень хочу. Там еще и басик, и все вот это. Боже, как это какой же балдеж. Оргия, да. Я просто переживаю. Я еще кальян туда свой хочу привезти, я, блядь, компьютер хочу туда привезти. Все вообще хочу привезти. Камеру хочу привезти. Колонки, блядь, все-все-все. Буквы, ага. Стас? Потому что дебил. Серега едет в Москву? Да-да-да, я прям очень хочу, я прям потусить хочу, я выпить хочу, я поиграть хочу, я потанцевать хочу, я всех обнять хочу, я хочу лежать на диване, курить кальян, смотреть какой-нибудь фильм вместе в такой компании в 10 человек. Я хочу, чтобы мы на шашлыки поехали, я хочу, чтобы мы на природу куда-то там играли в бадминтон все вместе. Боже, это так охуенно, это просто такой балдеж максимальный. Ой... Но в итоге будет, я такая приеду, увижу всех, и все. И я даже слово, типа, сказать не смогу, потому что я очень стесняюсь всегда всех. У меня, скорее всего, такой рот маленький станет. Я, скорее всего, я уже записалась на увеличение губок. Я подправлю немножко верхнюю, я хочу ее немножко увеличить. Я знаю, что вы сейчас будете говорить.
ты чё, блядь, не надо. Ну, я ж, ребят, она немножко, я не буду, короче, вам ничего говорить, я просто увеличу верхнюю губу немножко. Ну, потому что я, это мое желание, и я себя видела с отеком, и он давно-давно спал. Я знаю, что и так норм. Просто, ребят, я сниму брекеты, и у меня, ну, объем губы уменьшится, а я хочу вот такой, как сейчас. И мне нужно будет в любом случае увеличивать, понимаете? Пожалуйста, не надо. Ну, я хочу, я очень хочу. Я очень хочу. Сегодня днем увидимся, я запущу, я постараюсь запустить, в 3, в 4 где-то запущу, короче. Вот. Все. ББ. 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 Еще раз ББ. Б плюс Б. Б плюс Б равно ББ. Б плюс Б. Да. Б плюс Б. Да. Бэ-бэ. Мои руки, твое тело, назови дом, это фристайл. Ты куришь джул, я самый кул. Ты порно мим, фотогагуль. Джекпот, я игрок, море, яхта, кипяток. Мы на палубе, я кок, у нас кремовый пирог. Вок, 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 вы не чувствуете ног. Эти дети охуели, детям нужен педагог. Прип-скок, прип-скок.